Инициатором создания экспозиции «Открытый объектив» стал местный фотограф Геннадий Зубов. Под его руководством в Черноморске проходит уже вторая выставка работ именитых мастеров нашего города. В этот раз в экспозицию вошли около 30 фотографий, как самого Геннадия Зубова, так и его коллег Анастасии Дмитриенко и Николая Биргера. Главная цель выставки – это прежде всего популяризация фотографии как вида искусства. На общей выставке мастера представили лучшие свои работы, созданные за последние несколько лет. По словам самого Геннадия Зубова, сегодня приобщиться к фотоискусству может каждый желающий. Фотография, она, конечно, это свет в первую очередь, да, игра света. Если есть там свет и тени, полутени на лице, там, на портрете, то она уже имеет свое выражение, она уже оправдала, да, она уже говорит. Фотография начинает говорить, когда в ней свет говорит, когда свет работает. Молодой фотограф Анастасия Дмитриенко представила на выставке несколько портретов. Девушка утверждает, что каждая ее работа – это маленький рассказ без слов. В каждом снимке есть какая-то история моя, наверное, часть моей души, часть какой-то тайны моей. В современном мире фотография стала неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, по словам молодых художников, далеко не все фото заслуживают внимания. Это самолюбование. Самолюбование собой, потому что я вот такая красивая, должна себя сфотографировать. То есть нужно смотреть по сторонам, не только на себя, не только на фронтальную камеру, а смотреть в объектив, видеть мир. Потому что если только смотреть только на себя, то ничего хорошего не будет. Нужно работать над собой, всегда. Всегда нужно работать над собой, потому что если просто сидеть на месте и говорить, да, вот у меня есть хорошая камера, этого очень мало. Камера может быть любой. Может быть и мыльница, и ты можешь выйти и спокойно сделать потрясающие снимки. Зависит просто от того, что у тебя внутри. Фотовыставка «Открытый объектив» будет экспонироваться в фойе городского центра культуры и искусств до 24 августа.